Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Технобар Плюс, и сегодня у нас распаковка и тест кофемолки от компании First, а именно кофемолка First модель FA5485-3. Ну, как на мой взгляд, кофемолка должна себя, друзья, оправдать. Кратко, друзья, по ее характеристикам. Материал корпуса кофемолки металл, функции ее основные — это импульсный режим помола кофе, тип роторная, мощность ее 150 Вт, емкость контейнера для зерен, друзья, что немаловажно, 50 грамм. Тип управления электрический. Особенности, друзья, система помола, ротационный нож, импульсный режим, ножи из нержавеющей стали. И причем, друзья, сталь от компании First здесь очень даже неплохая. Ну, компания First, как по заявлению производителя, это, конечно, Австрия. Сейчас, конечно, все делается в Китае. Но давайте посмотрим, что здесь, на каких языках. Даже на греческом, на русском, на украинском. На украинском, наверное, нет. Есть на украинском, но, к сожалению, заклеено. Ну, я не буду отклеивать. Приобреталась кофемолка в магазине Comfy за сумму 400 гривен, друзья. Рекомендую всем этот магазин, кто проживает, друзья, в Украине. Ну, как на мой взгляд, самый лучший магазин с лицензионным товаром, с гарантией, друзья, 1 год. Как мы можем видеть на коробке непосредственно, начнем распаковочку. Здесь изображена сама кофемолка. 150 Вт мощность, 50 грамм объем, куда можно поместить зерна кофейные. Сайт компании, друзья, где вы можете ознакомиться. Вообще First когда-то это производитель производил не только кофемолки, но у меня был, например, кассетный магнитофон First. Кстати, у кого кассетный магнитофон был, друзья, от любого китайского производителя, делимся в комментариях, подписываемся на канал, ставим лайки либо дизлайки этому видео. В любом случае, друзья, подписываемся на канал. Мне интересно знать ваше мнение об этой компании. Помнит ли ее еще кто-то? Вот как-то так. Ну, на немецком вроде бы написано. Вот так изображена кофемолка сверху, как она выглядит. Что, кстати, немаловажно для многих людей. Ну да ладно, будем смотреть. Распаковывать. Так. Вот так она распаковывается. Сразу предупреждаю, друзья, что все, что в коробке, неважно то, с кофемолкой, либо блендер, либо еще что-то, смартфон, все сберегается, друзья, 1 год, то бишь 12 месяцев со дня вашей покупки. Вот, неважно, как вы купили, в кредит, либо за наличку. Так, друзья, что у нас здесь сразу же встречает? Встречает у нас инструкция, друзья. Это, я так понимаю, паспорт на кофемолку. Якобы международный гарантийный талон. Инструкция. Инструкция, друзья. Ну, я что-то смотрю. Кофемолка, инструкция по эксплуатации. Вот на русском языке как раз и есть здесь. Хотя, честно говоря... Ну, это что-то такое непонятное, как на мой взгляд. Ладно, это пока откладываем в сторону. Вот она сама кофемолочка. В коробке больше ничего нет, чтобы вы убедились. Коробку в сторону пока. Так, друзья. Итак, сама кофемолка выглядит вот так интересно, презентабельно. Шлифованная сталь, она не слишком такая гламурная, скажем так, не слишком так переливается, отблескивает. Ну, как на мой взгляд, вид довольно-таки, скажем так, современный, если так можно выразиться. И вот кнопка основная для того, чтобы включать помол кофе. Итак, здесь, кстати, внизу, друзья, есть все показатели, что касается этой кофемолки, то есть 150 ватт ее мощность. Я так понимаю, что Made in China, но все равно это завод от компании First, потому что внизу вы видите Вена, Австрия. Есть, что уже несомненный плюс, друзья,
место, где, куда можно замотать кабель, когда вы, допустим, куда-то ее перемещаете, либо там на дачу, я не знаю, там, к друзьям пошли, решили намолоть кофе и попить. Ну, вот как-то так. Сам шнур, друзья, раскручиваем сейчас. Посмотрим, что здесь у нас за шнур такой-то. Да, тут серьезно намотали китайцы, конечно. Либо в магазине Comfy. Кстати, тут есть вот такой вот какой-то сертификационный хлястик. Его тоже желательно снять и не выбрасывать, друзья. Потому что это все комплектация. И как бы любой магазин может, в принципе, придраться из-за того, что какого-то пакетика, какой-то наклеечки может не быть. Вот, пока это в сторону. Друзья, ну что я вам хочу сказать. Вилка такая вроде бы и неплохая, но кабель, как на мой взгляд, коротковатый. Ну, метровый. Метровый кабель здесь. То есть ни больше, ни меньше. Всего лишь 1 метр. Так, как эта кофемолка открывается? Открывается, показываю, друзья. Сразу стеклянная крышка. Вся она из нержавеющей стали. То есть водичка попадает. Ничего кофемолки не будет. Вот так, против часовой. Проворачиваем, вынимаем. Здесь есть вот такие, друзья, шлицы. А на кофемолке есть места, куда их необходимо этими шлицами ставить. То есть вот этими шлицами ставим и по часовой проворачиваем. Кофемолка имеет защиту, дабы вы в открытом состоянии ее не запустили, друзья, потому что мало ли там ребенок или сами забыли что-то, как-то случайно нажали, кофе там вычищали, допустим, потому что кофе в любом случае тем или иным, так или иначе, вам придется оттуда, друзья, вычищать либо ложечкой, чем-то аккуратненько, понимаете, и дабы, не дай бог, не нажали или она случайно не сработала, вот здесь по бокам здесь есть, скажем так, импровизированные такие вот, как вот видите, концевичок, кнопочка. То есть нажав эту кнопочку, только тогда замыкается полностью вся цепь и сможет работать эта кнопка. Если же вы эту кнопочку не нажмете крышкой, естественно, только крышкой, то соответственно кофемолка не включится, даже если она включена в сеть. Ну что, давайте проверять. У меня кофе Robusta. Я буду засыпать его, конечно же, не по весу. Ну, я так предполагаю, что по вот эту вот самую метку чаши его можно спокойно, друзья, засыпать. А метка тут идет такая вот она, как мы можем видеть, алюминиевая. Дальше идет черная крышка. Вот по эту меточку, собственно, можно и засыпать зерно наше. По отзывам, эта кофемолка должна проработать долго, друзья. Как на мой взгляд, когда-то у моих хороших знакомых была этой фирмы кофемолка. Другая немножко, но тем не менее. Вот как-то так, друзья, засыпаем зерно. Подключаем непосредственно саму кофемолку. В доказательство, друзья, вам... Я кофемолку подключил. В доказательство я вам показываю, что не работает кнопка. После того, как я поставлю, закрою, она заработает. Резкий, конечно, звук. Поэтому, когда вы делаете там, чтобы детки не испугались, у кого дети есть. Вот. И кнопка начинает вот таким голубым цветом гореть. Можем видеть такие интересные фирменные цвета. Лучше, конечно, это делать, помол кофе делать непосредственно самой кофемолка, когда она стоит на месте. То есть, друзья, еще маленький нюанс, но очень важный. Когда вы мелите кофе, то есть это необходимо делать вот такими вот, скажем так, с перерывами. Почему? Потому что можно просто спалить двигатель самой кофемолки. К
Кстати, друзья, кофе мелит, она довольно-таки практически в пыль, что несомненный плюс. Вот так поделали, дабы он со стенок послетал. И продолжаем. Поближе, друзья. И сейчас, друзья, я уже вижу, что мелит она обалденно. Очень мелкий помол, друзья. Сейчас я вам это продемонстрирую. Но помол суперский. В моем вкусе. Ну вот, как вы можете видеть, друзья, очень мелко, практически вот в пыль смалывает наш зерновой кофе. Ну вот как-то так, друзья. Кстати, клацаю на кнопочку, чтобы вы видели, ничего не происходит, потому что разомкнуты защитные контакты, вот эти вот микрики. Ну вот и все, друзья. Собственно, вот такая у нас распаковочка и тест получился кофемолки. Кому понравилось видео, ставим лайк. Кому не понравилось видео, ставим дизлайк. В любом случае, оцениваем труды, подписываемся на канал, друзья. Впереди будет всего очень много интересного. Всем удачи, всем пока. Не болейте, берегите себя.